Ну, меня вот 2-3 чувака заказывали разные вещи, и я без проблем мог тебе единицу поставили, да? Нет. Не, ну если бы с тобой диалог шел бы, я бы, наверное, согласился бы. И пидором бы еще назвал. Бля. Денис, спасибо тебе так, за... Осуждаю. А, блядь! Сука. Ну это чувак какой-то левый, тиммейт заскочил, он не знает правила Твича, если чё. Я вообще не ебал, что такое Твич, это оперативник в осаде? Стоп, нас что, кто-то слышит? Вот это чудеса. Это как, прямо через интернет? Давай тогда по классике, ультимейт за кого ебашил. Ну, вот именно мне очень нравился. Мне не очень нравилось. В третьей части за кабал я играл. Давай сразу по классике. Тебя как доебали, что на жопе написали. Раз у нас тут викторина. Ну, в принципе, низкий человек, спасибо за 66 рублей. Ребята, вы заебали своими шутками про рост. У меня рост 172, и представьте, каково мне слышать про человека, который выше, что он карлик. Хватит этих шуток. Плес, я серьезно. И до нас добрались люди, которые обижаются на шутки в интернете. Ну, то есть гномы. Почему люди? Оговорился. Люди, которые обижаются на шутку в интернете, до нас уже добрались. А таких, кто обижается на рекламную интеграцию, у нас абсолютно точно нет. Потому что Lost Ark не только бесплатная, но и самая необижающая игра во вселенной. Кого обижает Unreal Engine? Да никого. А PvE Dungeon? Тоже никого. Особенно если вы соберете такую же команду деградков, как у нас. А новый класс мастер копья? Ну, вот он может своим копьем успешно обижать всех вокруг, особенно на PvE-арене, нанося точечный и мощный урон, если вы понимаете, о чем я. Этот урон можно наносить из двух стоек на двух новых островах. По одной стойке на остров. А! Так что садимся на личный корабль, не забываем личное копье и отправляемся искать хранителей пятого уровня, которые ожидают вашего мощного урона по ссылке в описании. Мне тут игра про хоббита, кстати, приедет. И что, тут сзади нарисован? Нет, из второй части, ну, кольца. Анального. Пластилина. Анального кольца. Анальный пластилин. Это в этот негр-то с этим, с пирсингом на сосках. Прикроешь меня, зайки? Нет. Ну, а где? А я прошепчу. Бля. А где ты сделай такой голос, пожалуйста, Денис? Почему? Меня видно было. Да, отвратительно. I am Venom. Пиздец. Если постирал элитную, то она уже легендарная. Уха. Позолоченная брюха. Брюха. All girls say you pretty fly for a white guy. Такого я не помню песенки. Да это откуда ты из Comedy Club? Господи, боже мой. У меня флешбеки из Comedy Club только что. Я забыл, что это просто на секунду. Комедийный клуб. Но. Из семи залуп. Парни, подскажите, как правильно мыть попу? А то у меня с этим проблема, хорошо получается мыть лишь чужую. Берешь два пальца, Сайда, ты лично человек. Капа придет в конце. Не хочу. Сайда, не хочу. Сайда тебе потом в личку ответит. Не, не хочу. Фото пришлет. Ну, там про Резик ремейк спрашивал, я же его собрался стримить. Резик. Это... Часть. А я, кстати, пытался выговорить эту третью часть, чуть не сдох, что ты... Сука. Обитель зла, говори. Обитель зла. Да, да. Байохазард. Там есть это заки буква, ты чё, блядь? Ну, одна. Но. Език. Охуенно же. Резик. Език, дырка, аттракцион. Максим, спасибо за 50 рублей. Привет, Заки и Дикрат. У меня ДРМ. Может что-нибудь поздравительное сказать? Ну, нюхай тебя, чувак. С 13 чем-то летим тебя. А чё такое ДРМ? Дере. День рождения модернизированный. ДРМ защита.
Я вот помню, когда в детском лагере мы были, ну, то есть мы старшими были, мы там жили, была элитная палата на 6 персон, мы в ней тусили. А была еще веранда, где, ну, малышаки были, их там было человек 15-20. И вот там что-то какие-то непотребства происходили, и говорили, что там членом по губам вас во сне водят. И я такой думаю, ебать, хорошо, что хочу туда. Почему у нас такое? Там веселее. Если собираешься вламываться, оставь 500 рублей шаурму в сырном лаваше. Хорошо. Это условия такие? Предложение. Предъява, ёб! Предъява, ты сказал. Да, где слышал, Денис? Предъява. Предъява, да, Денис картавить начал. Смотрите на него. Смейтесь над ним, надсмехайтесь. Гоните его. Паровозик тыр-тыр-тыр сайдет. Швой ход. Не залупайся. Воу. Бля, да, такие блюда простые, они такие охуенные в своей простоте. Тоже жареная картошка с грибами, такая простая хуйня, такая охуенная. Я сейчас ем жареную картошку с сосиской, охуенно, бля. Ну, тоже да, заебись, да, согласен. Сам делал? Да. Это было не очень сложно. Нужно всего лишь пожарить картошку и погреть в микроволновке сосиску. Ты что, просто кидаешь туда и... А потом позвонит доставку. Я вареную люблю, вареное вкуснее. Ты еще этот чесночек туда для запаха кинул, вообще бы слюня обтек. Слюня меня обтек, в смысле. Из микроволновки сосиски не очень. Охуенные. Такие. Типа... Если плеснуть туда воду, то они получатся такими же вареными, Заки. Лайфхак. Ну, да, неважно, где варить, в микроволновке или в кастрюле. Но в микроволновке, типа, лишний раз, типа, волнами облучать. Сосиску? По-моему, в Заке это какая-то 80-летняя бабка в теле пацана, которая микроволновки, волны, атомные реакции. Да нет, ну просто... Они разжижают нам мозги. Но, типа... Телефон и зло. Мне просто нравится больше еда... Вареная, не вареная в микроволновке. Это просто плацебо. Ты тебе дашь одну и другую, ты раньше не почувствуешь. Нет, я подожду. Давай, Дима, ты раскидай инвайты. То есть отойду все равно. Да, раскидаю сейчас. Куда ты отойдешь? В холодильник. Ну, чтобы мне не нужно было кнопку нажимать. Купи себе маленький холодильник и поставь возле компа уже. Купи себе... Книгу. Сам придумай что-нибудь обидное. Книгу. Сука. Не хочу. Отрабань меня в подмых. Спасибо за 111 рублей. Опа, а что это у нас на календарике? 8 марта, мать его, за ногу. Поэтому разрешите мне поздравить всех присутствующих на этом стриме, дам. И помните, не бухайте, бухло отстой. Да не, нормально. Пиво особенно. Я вот пытаюсь Катю приучить пиво, не получается, что правда. Ты знаешь, что она тебя набухнет со временем? Катя набухнет? Пиво тогда. Ну да, знаю, типа да. Пиво самая калорийная хуйня из алкоголя вроде, нет? Девочки, только... Ну ладно. Чего она сказала? Крайний случай, портвейн. А, ну ладно. Портвейн! Как матрос 16 века! А что она сказала перед портвейном? В британском пабе. Поглаживая шлюху по жопе. Девочки пьют портвейн. Портвейн — это типа супер крепкое вино, не? Ну да, у Кати запросы такие: либо вино, либо портвейн. У Сайдеда у единственного нет червячков в организме. А сейчас к чему было вообще? Не знаю. Шутка про глистов. Это шутка про глистов. Самая любимая. Теплая, милая. Как какахи в носках. Чё? Чё? Что это было? Ты проникся нашим тупизмом, походу, уже. У нас тоже из тебя лезет, блин. Какахами он там проникся. В носках. Какахи. Какахи. Прикольно, да. У меня сегодня жена ходила с Диманом, со старшим, в бассейн, в детский. И там чуть раньше закончились занятия. Какаха плавала. Чья-то. Не выяснили, чья.
То есть, возможно, даже взрослый. Экспертиза, блядь. Ну, типа, знаете, в момент прыжка в бассейн ты можешь обосраться. Что-то такое видел в этом, в американском папаше. Американский папаша там, где это... Вообще, обосраться можно когда угодно. Да. Ты сидишь, играешь, сидишь, хуяк обосрался. Ну, такое у нас-то постоянно. Срака. Блять, у Димы хорошо получается. Она не самая охуительная баба. Слушай, чувак, это баба, которая сходит мужику сунув в постель, по-моему, это достойно. Это достойно. Достойно чего? Блять, такого пиздеца я давненько не слышал. Ну, может, они на этой почве и познакомились изначально. Может, кто-то любит, так сказать, всякие такие штуки. А кто знает, что она в том видео не насрала в кровать? Да, верно мыслишь. А я тебе тепленькое принесла. Братишка, я тебе покушать принесла. Она не пусть депущая менструальной крови в томатный сок добавила. Это тоже забавно. Почему вот это более мерзко, чем говно? Я не знаю. Наверное, из-за слова менструально.